Увлекаясь чем-либо, человек может поддаться на глупый риск. Этим людям необходимо научиться быть снисходительными, великодушными и любить людей, проявляя любовь, сочувствие и понимание. Как только это будет достигнуто, такие люди смогут обогатить свою жизнь как в материальном, так и в духовном плане. Люди с буквы М стараются сами везде побывать и везде все попробовать. Этому человеку трудно подниматься по служебной лестнице, и поэтому он порой ищет возможность реализоваться в свободном творчестве. Несомненным парадоксом является то, что владельцы этого имени несут огромную потребность в независимости. Значение буквы Z символизирует стремление отгородиться от внешнего мира, высокую интуицию, развитое воображение, болезненную чувствительность. Страх у этого человека проявляется необоснованно. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Если владелец этого имени неуважительно относится к природе, то он вредит самому себе и за все проделки будет наказан. Лучше быть заботливым. Буква И в имени говорит о неполноте и чуждости. Неважно, где будет находиться поле их битвы. Стремление к борьбе до победного конца проявляется во всем. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Бывает, что это люди слишком мягкие и могут спокойно относиться к критике. Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Буква И в этом имени провоцирует на импульсивные приступы страха за благополучие своего тела, боязнь остаться без денег или другие не столь важные для привычного мира моменты. Им как воздух требуется впечатление, возможно, застенчивость. У таких людей хорошая интуиция и довольно богатое воображение. Звук А в этом имени считается символом проявлений самостоятельности, чистоты и ясности. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.